Итак, бензиновый двигатель, 200 лошадиных сил, реально самолет, просто разгон до сотни, 8 секунд. Значит, коробка передач 8-ступенчатая, 200 лошадиных сил, ну, нормальная тема, постоянный привод на все колеса. Багажник 580 литров, даже и больше, тут можно несколько чемоданов поместить запросто. Вот, очень много удобных кармашков внутри салона, да, USB и так далее, сейчас вам отдельно покажу. Ну и благодаря большому просвету, там около, наверное, 20 сантиметров примерно, можно приехать туда, где, собственно, я и нахожусь, то есть на болото. Так, ну что у нас внутри? Ну, здесь понятно, управление стеклоподъемниками, зеркалами. Значит, здесь очень много всяких полезных кармашков и фишек. Так, что касается, значит, USB. Вот у меня как раз подключена зарядка. Здесь можно музыку включать. У кого на флешке музыка. Соответственно, бардачок. Вот здесь тоже еще две USB-шки. Вот, очень удобно. Так, довольно-таки объемный бардачок. Очень удобно. Ну, магнитолу сейчас мы с вами включим, посмотрим, что тут к чему, да? Значит, открытие багажника вот этой кнопкой может быть из салона, а можно внешне, соответственно. Так, вот здесь вот что у нас еще? Подогрев сидений. Вот, остальное сейчас расскажу вам при живом автомобиле. Запуск кнопочкой. Вот. Любит пищать, когда открыты двери. Попробуем этот писк убрать. А вот уже убрался. Так что, друзья, значит, здесь у нас что? Смотрим на руле. Очень неудобный круиз-контроль. Нажимаем вот эту кнопку сперва, когда едем, да, а потом нажимаем минус, чтобы стабилизировать, и дальше уже выбираем скорость, которая вам необходима. Так, значит, ну, здесь еще датчик приближения к автомобилю, дистанцию держит, датчик в полосе, чтобы двигаться. Так, здесь у нас управление магнитолами, там и меню на экране, вот на этом, да, плюс-минус громкость, значит, громкая связь по телефону. Вот, соответственно, очень удобная, значит, панель управления через дисплей, который стоит здесь, да, то есть можно, соответственно, выбирать коннект Bluetooth телефона, да, запускать музыку. Ну, соответственно, в меню нажимаем, здесь все есть, да, то есть аудио, телефон, настройки и так далее. Все очень просто, и даже несмотря на то, что машина американская, значит, здесь у меня даже все на русском есть. Ну, вот коннект, соответственно, могу свой телефон Samsung сюда подключить. В общем, очень удобно. Значит, вот здесь вот тоже, кстати, интересная тема. Значит, когда вы, например, едете в пробке, да, и не хотите туда-сюда рычаг коробки передач дергать, соответственно, можно нажать кнопку Hold. И при включенной передаче у вас машина встанет как бы на паузу, да, то есть как бы на ручник. И то есть ничего делать не надо. Потом, соответственно, отжали и поехали. Вот, то есть при этом коробка передач остается включенной, да, на драйве. Вот это тоже очень удобно. Ну и здесь, соответственно, есть режимы эко. Ну, не знаю, эко не пользуемся. Нормал сейчас у меня есть, спорт. Есть движение по снегу, по всякой мути и песку, да, по жиже. И, значит, камни и грязь. Вот скоро попробую, я вам покажу, да. Вот это хорошая, вот это, кстати, кнопочка. Соответственно, спортивный режим. На спорте она очень хорошо едет. Вот в горы ездили, там без спортивного режима не заберешься на верхотуру. Уж точно движок начинает уже так это немножко мучиться.
Ну вот как-то так. Ну и соответственно, здесь у нас панорамный такой классный багажник, этот люк, да. Вот, соответственно, открытие кнопок одна, там другая. То есть он может быть приоткрытым. Вот, может быть полностью открытым. Так, закрыли, теперь открываем. Вот, то есть очень все так культурненько, по жаре нормально так ездить. Ну и, соответственно, закрыли. Вот, а вместимость автомобиля очень такая комфортная, для 5 человек вообще не вопрос. Кто-то, может быть, даже и в багажнике с удовольствием прокатится. Вот, как-то так. Итак, включаем. Вот самая хорошая кнопка, мне больше всего нравится. Это Rock and Dirt. Так, включилась вот у нас она. Потому что впереди камни, сейчас будет подъем. И будем тестировать, как машина заберется практически на вертикальный спуск-подъем. Теперь нажимаем, значит, на кнопку снег и там грязище или что-то в этом духе. В общем, мут. И будем штурмовать лужи. Ну, у нас с вами сейчас тест-драйв по трассе, 2,5 литра двигатель, RAV4, 200 лошадиных сил, и мы с вами начинаем разгон, друзья. Вот, смотрите, какая динамика. Так, уже 120 километров в час, я имею в виду, потому что здесь в милях. Уже 140, но это я еще не быстро разгоняюсь, потому что все-таки сейчас фары надо включить на всякий случай. Все, погнали. Сейчас с поворота уйдем. Конечно, блин. Все, выходим с вами на финишную прямую. Ну вот, 200 километров в час. Но я бы мог разогнаться быстрее, на самом деле. Ну, можно вот так. Все.
все, вот 200 идем, и в принципе как бы больше не дает, у нее по техническим характеристикам 200. А так и не скажешь, что 200. Thank you very much.